Добрый день, дорогие друзья! Рад видеть вас на канале Гороскоп. Прогноз у нас на 23 ноября 2021 года. Мы, как всегда, начинаем. А начать хотелось бы с просьбы о поддержке канала. Поставьте лайк, подпишитесь, оставьте комментарий под любым из роликов. И если вам не трудно, сделайте репост одного из моих прогнозов. А я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Овен. Желание доказать свою правоту любой ценой может сыграть в этот день с Овном злую шутку. Не исключено, что в этот день он будет готов пойти против своей совести или рискнуть хорошими отношениями с близкими людьми ради глупых амбиций. Гороскоп призывает Овна отказаться от идеи самоутвердиться за чужой счет. Ищите другие способы впечатлить окружающих. В этот день Овну стоит думать прежде всего об общем благе. Играйте в команде, и результаты вас порадуют на все 100%. Любовный гороскоп для Овнов. Любовь к другим невозможна без любви к самому себе. Эта фраза должна стать девизом для Овна в этот день. Звезды гороскопа советуют в этот день ненадолго стать эгоистом и позаботиться о себе любимом. В этот день Овен может всласть потакать своим желанием, купить обновку, о которой давно мечтал, сходить в салон, почистить перышки, как говорится, или просто подольше понежиться в кровати, предоставив второй половинке самой приготовить завтрак и себе, и вам, между прочим, тоже. Что удивительно, такая политика даст прекрасные плоды. Акции Овна в глазах противоположного пола резко возрастут в цене. Гороскоп карьеры и финансов для Овна. В этот день гороскоп обещает Овну творческий подъем, в связи с чем ему удастся с успехом завершить те дела, которые давно находились в состоянии застоя. Радость от полученного результата может натолкнуть на желание подтянуть остальных до своего уровня отличника труда. И вот тут Овна может ожидать подвох, так как далеко не все сотрудники и коллеги воспримут правильно его. В этот день стремление делиться опытом и рабочими лайфхаками. Чтобы избежать недопониманий и конфликтов, звезды советуют Овну тщательно выбирать объект обучения. А если подходящих жертв нет, лучше оставьте свои знания да при себе. Телец. Лучше всего Тельцу в этот день удается роль наставника, учителя. Этот день хорошо бы посвятить общению с детьми или передаче опыта младшим коллегам. Правда, если обучать Тельцу будет некого, есть риск, что он начнет поучать, и это уже может не понравиться ни в чем не повинным коллегам или домашним. Гороскоп предлагает в этот день Тельцу отказаться от менторского тона и не давать советы, если о них не просят. Даже если они очень ценны, все равно оставьте их при себе. Любовный гороскоп для Тельца. В этот день звезды гороскопа предлагают Тельцу взять тайм-аут в отношениях и разобраться в своих чувствах. Вполне возможно, что он придет к совершенно удивительным открытиям. Хватит плыть по течению обстоятельств, пришла пора все проанализировать и сделать осознанный выбор. Может быть, сердце Тельца уже давно перестали волновать сильные чувства к партнеру, или Телец поймет, что человек, который ему нравится, вряд ли ответит взаимностью. Даже если итогом этого дня станет раз ворот отношений на 180 градусов, что ж, зато это будет осознанный, а не продиктованный обстоятельствами выбор. Гороскоп карьеры и финансов для Тельца. В этот день звезды советуют Тельцу быть готовым к конструктивной критике в свой адрес и приготовиться не к отпору, а к анализу своих действий. Ведь взгляд со стороны помогает увидеть то, что самому разглядеть очень сложно. Поэтому, как бы не хотелось Тельцу возмутиться и оскорбиться, следует проанализировать полученную информацию, подумать и заняться самосовершенствованием. При этом гороскоп советует в этот день разделять факты и эмоции. Тельцу не стоит вестись на провокации. Близнецы. Неудивительно, если у близнецов в голове в этот день будет крутиться знаменитая кинофраза «Меня терзают смутные сомнения». Они готовы бежать во всю прыть, вот только с направлением определиться не могут. Гороскоп предлагает близнецам обратиться к помощи извне, совету друга или коллеги. В противном случае в этот день заряд энергии пропадет даром, а это очень обидно. Сделав правильный выбор, близнецы сумеют достичь намеченной цели с завидной легкостью и небывалой скоростью.
Любовный гороскоп для близнецов. Игривый настрой близнецов поможет им в этот день внести в отношения легкость и юмор. Это позволит смягчить серьезность будней и провести приятный день, получив истинное наслаждение от общения с любимым человеком. Одинокие близнецы также не останутся в стороне. Звезды гороскопа приготовили в этот день для них замечательный шанс пофлиртовать в свое удовольствие и привлечь внимание противоположного пола, завязав перспективное знакомство с намеком на будущие отношения. Гороскоп карьеры и финансов для близнецов. Рабочие дела близнецов обещают иметь продолжение, даже если на первый взгляд они кажутся незначительными и привычными. Гороскоп призывает добросовестно относиться ко всему, что они в этот день делают, ведь любой мелкий просчет может привести к большим неприятностям. Вспомните, например, эффект бабочки. Каким будет продолжение любого дела, зависит только от самих близнецов, и спущенное на авось мелкое поручение может обернуться выговором или коррупцией. Штрафом. Внимательность и аккуратность привнесут близнецам успех, даже если в этот день он его и не заметит. Рак. В этот день в рака вселится бесячий дух. В этот день он способен разработать самую сложную стратегию, чего бы она ни касалась. Одинаково хорошо будут удаваться как планы по спасению человечества, так и создание тайных коалиций, организация козней, мятежей и заговоров. Впрочем, последний гороскоп советует раку все же избегать. Ну а если серьезно, в этот день рак получает шанс достичь желаемого не совсем честным путем. Что ж, иногда... можно, если это никому не причинит серьезного вреда. Любовный гороскоп для рака. Гороскоп предупреждает. В этот день у рака возможны сложности в отношениях с противоположным полом. Это может быть глупая ссора из-за недопонимания, плохое настроение или неожиданно возникшие обстоятельства, заставившие отменить свидание. Произошедшее способно расстроить рака, выбив его из колеи. Звезды советуют ему не вешать нос и совершить в этот день какой-нибудь неожиданный поступок, тем самым удивив и заинтриговав своего избранника. Это поможет, если и не в корне изменить, то значительно выправить ситуацию в лучшую, конечно же, сторону. Гороскоп карьеры и финансов для рака. Если раку не хватало возможности, чтобы занять заслуженное лидерство в коллективе, то в этот день дается ему такой шанс. В голосе у рака столько уверенности, его ораторские способности на таком высоком уровне, что он может убедить кого угодно и, собственно говоря, в чем угодно. И уж тем более уверить коллег и руководство в том, что из него получится прекрасный лидер, который учтет все нюансы работы и даст ей нужное направление. Гороскоп напоминает, что такими шансами не стоит разбрасываться и советуют раку не растратить в этот день энергию свою на глупости и мелочи. Лев. Не исключено, что пословица «и дня для льва» в этот день станет «дурная голова ногам и рукам покоя не дает». Некая идея фикс может захватить все мысли и стремления льва, отвлекая его от домашних дел или служебных обязанностей. Прогноз гороскопа неутешителен. Единственный способ справиться с этим наваждением – поддаться ему. Что ж, даже если это не входило в планы льва или кажется немного сумасшедшим, в этот день он должен уступить своим желанием. Так что отправляйтесь туда, куда вам хочется. Любовный гороскоп для льва. Похоже, что звезды в этот день будут испытывать льва на прочность, проверяя, на что он готов ради своей любви, а готов он на многое. Впрочем, совершать подвиги и доставать звезды с неба в этот день не потребуется. Достаточно слегка поэкспериментировать и пофантазировать, придумав для любимого человека какой-нибудь необыкновенный сюрпризец. При этом сам лев в этот день получит необыкновенное удовольствие от своего творческого порыва, а искреннее восхищение избранника станет для него приятным бонусом. Гороскоп карьеры и финансов для льва. В этот день на работе лев может заметить, что он нужен буквально всем. Не исключено, что его мнение станет последней инстанцией. Его будут просить о совете и помощи. Гороскоп предлагает не отмахиваться от просьб, а воспользоваться ситуацией, чтобы укрепить свое положение в коллективе. Тем более, что для льва в этот день это не только не трудно, но и очень приятно. Да и для общего дела тоже полезно. Дева.
В этот день уже с утра дева почувствует нешуточный прилив энергии. Конечно, можно вспомнить правила, если хочешь поработать, ляг, поспи и все пройдет. Но лучше все же воспользоваться редким даром вселенной и переворотить непроворотное количество дел. Гороскоп обещает деве, все за что она в этот день возьмется, будет ей по плечу, пусть и не дастся без труда. В этот день удача обещает выступить на стороне девы, если она не будет лениться и сомневаться в собственных способностях. Любовный гороскоп для девы. В этот день деве не стоит ломать копья во что бы то ни стало, доказывая симпатичному представителю противоположного пола свою правоту. В любом споре можно найти разумный компромисс. Именно к этому призывают звезды гороскопа в этот день. Отбросьте гордыню и не навязывайте свою точку зрения, ни к чему хорошему это уж точно не приведет, вы уж мне это поверьте. Помните, любые разногласия говорят не о том, что вы несовместимы, а всего лишь о том, что вы разные. Научный факт. Мышление мужчины намного отличается от мышления женщины. Так что великодушно простите своему романтическому визави моменты недопонимания. И все пойдет на лад. Гороскоп карьеры и финансов для девы. В этот день звезды предсказывают деве неминуемую встречу с начальством. При каких обстоятельствах произойдет эта встреча, неизвестно. Она может быть совершенно случайной и мимолетной, а может быть инициирована самим руководством. Деву может ожидать долгая беседа на рабочую тему, а может быть короткий разговор, да еще и ни о чем. Интересно другое. В этот день дева может получить прибавку к зарплате, если сумеет вовремя этой беседой себя проявить. Так что не упустите момент. Весы. Не исключено, что весы в этот день почувствуют, кто-то ведет себя по отношению к ним несправедливо. Возможно, начальник вместо премии планирует назначить выговор или любимый человек не ценит ваших усилий. Гороскоп призывает не унывать. В этот день во власти весов переубедить окружающих и расположить их к себе. Конечно же, они это смогут. В этот день все весы способны проявить чудеса ловкости и изворотливости, выйдя из любой неприятной ситуации с честью и достоинством. Любовный гороскоп для весов. В этот день самый удачный способ для весов завоевать симпатию интересующего их человека – это не идти проторенными путями, а найти нестандартный подход. При этом им придется проявить нешуточную изобретательность, но звезды гороскопа утверждают – дело того стоит. Результаты приятно порадуют и удивят. Находящимся в поиске весам в этот день тоже стоит быть готовыми удивлять и удивляться. Им предстоят необычные встречи и знакомства, причем именно тогда, когда они меньше всего будут этого ждать. В жизни всегда есть место приятным неожиданностям. Гороскоп карьеры и финансов для весов. В этот день на работе весы могут сделать широкий шаг вперед, надо только сконцентрироваться. Возможно, в этот день весам удастся завершить проект или наоборот, начать новый, перейти на следующий этап работы. В любом случае, этот день принесет весам прорыв вперед, сравнимый со стартом ракеты, так что гороскоп рекомендует не зевать и использовать этот день с максимальной эффективностью. Скорпион. Вероятно, рядом со Скорпионом сейчас проходит что-то, что касается его напрямую и о чем он не имеет ни малейшего понятия. Гороскоп предлагает в этот день Скорпиону держать ушки да на макушке, и тогда есть шанс узнать какую-то важную и актуальную информацию. Не позволяйте окружающим прерываться на полуслове, любая недосказанность может пойти вам во вред. Скорпиону в этот день стоит стремиться к кристальной ясности в диалогах. Не отстаивайте они, не отставайте от собеседника, пока не убедитесь, что он правильно понял вас, а вы, соответственно, поняли его. Любовный гороскоп для Скорпиона. В этот день во всех делах, касающихся отношений и любви, звезды гороскопа советуют Скорпиону плыть по течению и не расстраиваться из-за пустячных пустячков. Не всем амурным планам в этот день суждено сбыться, какие-то из них придется спешно пересматривать, подстраивать под обстоятельства или сдвигать по времени. Отсрочки, замедления и прочие накладки могут возникнуть у Скорпиона абсолютно на пустом месте, поэтому что толку расстраиваться? Философски положиться на судьбу. Так что, говорят, если она захлопывает одну дверь, то взамен сразу же открывает другую. Ищите свои гостеприимные распахнутые двери.
Гороскоп карьеры и финансов для Скорпиона. Что бы ни пытался в этот день сделать Скорпион, у него вряд ли получится на что-либо существенно повлиять. Все и все будут идти по накатанной дорожке и как будто бы мимо. На работе такое отсутствие Скорпиона никак не скажется, поэтому звезды гороскопа советуют ему просто расслабиться и плыть по течению, не пытаясь ничего изменить. Даже если где-то в этот день произойдет сбой, который вызовет недовольство Скорпиона, то все очень быстро станет на свои места. Стрелец. Стрелец в этот день готов штурмовать любые двери, порой игнорируя тот факт, что они не заперты, просто открываются в другую сторону. Конечно, напор и целеустремленность – отличные качества, вот только хороши они далеко не во всех жизненных ситуациях. Гороскоп советует Стрельцу: старайтесь находить в этот день компромиссы, а не переламывать собеседников надвое, а то и на четверо. А то, чего доброго, самому же потом чинить придется. В этот день Стрельцу надо быть особенно деликатным с детьми и своими подчиненными. Любовный гороскоп для Стрельца. В этот день в отношениях с любимым человеком Стрельцу захочется взять инициативу в свои руки, и звезды гороскопа совсем не против. У вас будет прекрасный шанс проявить себя в роли активного и предусмотрительного партнера, организовав свидание, совместный выход в свет или вечеринку. Одинокому Стрельцу в этот день также не помешает проявить смелость и активность при знакомстве. Это позволит ему быстро наладить контакт с объектом симпатии и придаст нужный импульс зарождающимся отношениям. Гороскоп карьеры и финансов для Стрельца. В этот день звезды советуют Стрельцу проявить максимум гибкости в общении с коллегами. Этот день располагает к всестороннему рассмотрению вопросов, которые касаются общего дела. Даже если мнение Стрельца окажется единственно правильным, ему не стоит проявлять надменность и всем своим видом показывать, что остальные некомпетентны. Гибкость и мягкость в деловом общении – вот залог успеха Стрельца на этот день. Козерог. В этот день обстоятельства могут попытаться сломить моральный дух Козерога, да не тут-то было. Гороскоп уверяет, в этот день он не собирается сдаваться без боя, а потому сумеет дать отпор любым невзгодам. Впрочем, испытать Козерога на прочность в этот день могут и в положительном смысле. Не исключено, что какое-то событие заставит биться сердце чаще, и ему придется скрывать свое волнение от окружающих. Ну а Козерогу-родителю подкинуть сюрприз могут любимые детишки. Любовный гороскоп для Козерога. Максимум незабываемых эмоций и накал любовных страстей ожидают в этот день Козерога. Отдайтесь во власть этих прекрасных чувств. Звезды гороскоп утверждают, в этот день вы способны на многое. Решительность и искренность – вот визитная карточка дня. Способна встряхнуть и зажечь искру даже в угасающих чувствах, заряжая страстью партнера. Ну, а Козерогам, которые находятся на пороге любви, решительный настрой в этот день даст возможность сблизиться и перейти на новую ступень отношений. Гороскоп карьеры и финансов для Козерога. В этот день Козерог почувствует в себе силы свернуть горы. Для работы это прекрасное ощущение, но звезды предупреждают, что сворачивая эти самые горы, Козерогу следует внимательно смотреть по сторонам. Ведь увлеченный работой он своей самоуверенностью и безапелляционностью может сильно задеть кого-то из коллег или даже руководителей. На исходе дела это в этот день никак не скажется, но вот отношения в коллективе будут подпорчены и пахнуть тухлицкой. Восстанавливать Козерогу их будет крайне сложно. Так что постарайтесь сразу ни с кем не конфликтовать. Водолей. Дела окружающих Водолея людей могут в этот день любопытнейшим образом расходиться с их словами, так что стоит быть начеку и не слишком доверять ни коллегам, ни родственникам. Легкий контроль исполнения обещанного и мантра «доверяй, но проверяй» в этот день точно не помешает. Чтобы не потерять бдительность, гороскоп не советует Водолею отвлекаться на разговоры не по теме и уж тем более терять голову от комплиментов, больше похожих на лесть. В остальном в этот день обещает все пройти и быть успешным и продуктивным для Водолея. Любовный гороскоп для Водолея. В этот день звезды гороскопа предостерегают Водолея от ненужных споров. Ему придется проявить чудеса дипломатичности и быть готовым к компромиссам. Лишь так получится сохранить мир в отношениях и не накопить взаимных обид. Вспылив в этот день, можно и в итоге получить трещину в отношениях. Если же выдержка в этот день вам не изменит, то впоследствии вы вместе с любимым человеком сможете посмеяться над тем, какие пустяки вас чуть-чуть не поссорили. Ну и пора.
порадоваться, что вы оказались разумнее мимолетных эмоций. Гороскоп карьеры и финансов для Водолея. В этот день Водолею на работе будут помогать личное обаяние, шарм и умение манипулировать. Действуя напрямую, Водолей вряд ли добьется в этот день всех поставленных целей, зато по обходной дорожке доберется к ним гораздо быстрее и с меньшими трудозатратами. Незаметно манипулируя людьми, Водолей получит даже то, на что он и не рассчитывал, по крайней мере в ближайшее время. Главное в этот день не заиграться и не переигрывать. Рыбы. В этот день рыбам стоит вспомнить слова старой песенки. Нормальные герои всегда идут в обход. И последовать этому совету. В принципе, вашего напора хватит, чтобы стену проломить. Вот только стоит ли так себя утруждать? Устать же можно. Гороскоп предлагает рыбам искать простые пути в сложных ситуациях, даже если они чуть длиннее тех, что ведут напрямик сквозь бурьян и терновник. Этот день склоняет рыб к проявлению гибкости как в принятии решений, так и в отношениях с окружающими вас людьми. Любовный гороскоп для рыб. В этот день рыбы могут оказаться в плену задумчивости и рассеянности, что способно приводить к недоразумениям в отношениях с противоположным полом. К примеру, они могут легкомысленно забыть о назначенном свидании или перепутать время встречи. Реакция партнера при этом может быть непредсказуемой. Во избежание неприятностей звезды гороскопа советуют рыбам подстраховаться и заранее записать все важные дела, намеченные на этот день, в ежедневник. И при этом стараться хоть изредка спускаться с облаков и вспоминать о своих обязательствах. Гороскоп карьеры и финансов для рыб. В этот день начальство рыб может попытаться заделать ими все бреши в делах, углядев в них идеального исполнителя всех своих задумок. Если рыбам не хочется весь день пробегать по не всегда толковым поручениям сверху, им следует изобретать невероятную занятость по своим текущим делишкам. Лучше всего, чтобы занятость была видна невооруженным глазом, просто уткнуться в монитор не поможет. Вокруг рыб должна возвышаться как минимум метровая гора отчетов, книг. Тогда есть шанс, что за этим укреплением рыб в этот день начальство и не заметит. Вот такой вот у нас прогноз, мои хорошие. Спасибо вам огромное за внимание. Спасибо, что поддерживаете меня, оставляете комментарии. Я желаю вам отличного дня и прекрасного настроения. Успехов вам во всех ваших начинаниях. До новых встреч. Пока-пока.